Постарайтесь не помять его, парни. Эй, тупица! Привет от шерифа Скёрки! Эй, вы не можете! Вы не имеете права! Зато мы имеем лево! Олег! Шериф Скёрки! Чего? Я занят! Я знаю, но... Что оно? Простите, шериф, это не страшно. Так, мы сразу. Так что скажешь? Он провидец или чокнутый? Этот парень в шапочке из бомбей. Не знаю. Да, он нарушил закон, но... Что-то вот и есть. Есть на свете и более странные вещи. И только он... Как тебе такой факт, что обычная материя составляет только 4% Вселенной? Охрененные 73% составляет какая-то нулевая темная материя, про которую никто ни черта не знает. Это очень даже странно. Ну, как я об этом задумал? Помнишь кассетники? Здесь в точности то же самое. Просто читай диск кассет. Вставляешь его и... Нет, надо нажать кнопку с надписью «Опа». Помню, как я была в твоем возрасте. Господи, я тебя не знаю. Ничего. О! О, да! Вот так-то! Хо-хо-хо, это нокаут, как насчет добавки. Еще немного, из тебя получится отличная длина. Привет, Декстер. Никаких проблем. Какой ты лысый. Говорил же, я профессионал. На, спит как младенец. Доброе утро, милая! Здравствуйте, мистер Декстер! И тебе привет. Так.
И где мой сын? Я спросил, где мой сын, ублюдок. Ладно. Хочешь играть жестко? Легко, засранец. Видишь ту девчонку, от которой все так тащатся? Так вот, мои ученые говорят, что ее подпитывает эта штука. Посмотри на нее. Слаба, как котенок. Мистер Декстер, заткнись! Черт! Клэп, у тебя что здесь, притон? Это не мое. Господи Иисус! Это мисс Купер. Больной урод. Ты убил моего сына, да? Слушай, лучше все ему расскажи. В этой тюрьме нередки несчастные случаи. Эй, мистер Декстер, да ладно вам. Не беспокойтесь, я о нем позабочусь. Идите. Верни моего мальчишку, Клай. Я вас когда-нибудь подводил? Идите. Да, теперь только мы с тобой. Виктория, я подошел так близко. Я должен сбежать, найти Скёрки и вытрясти из него местонахождение Блейка Декстера. Шериф сам подписал себе смертный приговор.